Мирная акция протеста, направленная против политики президента, правительства и парламента Украины, началась на Аллее Славы, откуда пешая колонна демонстрантов по проспекту Ленина направилась в сторону площади Фестивальной. Собравшиеся протестовали против неспособности власти противостоять кризису и защитить украинский народ. Надоело жить в нищете, надоело. Ребята, что это и привела меня моя совесть. Я хочу, чтобы действительно уже в конце концов началась жизнь человеческая. Мы это заслужили, мы работали, мы трудились, мы были активными. А теперь что? На этот митинг меня привезла моя совесть, моя честь в том, что я недовольный той жизнью, которую сами нам создали наши руководители. Субботняя акция была приурочена в частности к годовщине всесоюзного референдума, состоявшегося 17 марта 1991 года. Результаты этого референдума действительны, и мы требуем, чтобы они были исполнены, заявил руководитель фракции «Блок» Натальи Ветренко в городском совете Павел Баулин. Все эти достижения возможны были в тесной кооперации труда между всеми республиками, всеми народами Советского Союза. Поэтому Союзу да! Украина, Беларусь, Россия! Украина, Беларусь, Россия! По мнению сторонников Натальи Ветренко, сегодня первым шагом к спасению Украины является выход из МВФ и ВТО и вхождение в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Выступавшие также требовали отставки президента Виктора Ющенко, премьер-министра Юлии Тимошенко и роспуска Верховной Рады. Люди, будьте бдительны! Потому что результаты выборов, которые проходят по территориям, показывают, что мы иногда, возмущаясь, идем и голосуем. Как будто бы нас магнитом втягивает к тому обману, который происходит. Резолюцию митинга под лозунгом «Украине быть вместе с Россией» огласила секретарь Запорожского областного комитета по СПУ Алла Павлова. Текст резолюции вызвал всеобщее одобрение и был единогласно принят участниками митинга, после чего в воздух взлетели десятки воздушных шариков, на которых было написано «Союзу да». Дорогие друзья,